Провод такой тянется, тянется. Идем по проводу. Валяется инструмент. Ириска лежит. Угадайте, чем сейчас займем. Я бананы все ем. Все на ходу. А провод у нас был. Вон бабулька у нас лежит. Чтобы ей было не так тяжело. Серега ей копыта ровняет. Он ко мне стоит своим красивым попом повернутый. А я вот бабке голову держу, чтобы она спокойно. Бабка молодец, она. Это ей пару бубликов дала. Она поняла, что надо лежать. А чё? Стоять ей на расчистке тяжело. Поэтому решили, что будет лежать она, пока мы ее расчистим. Так спокойно лежит. Такая плюшка. Вот, короче, вот так вот расчистка происходит. Да, сейчас мы покусаем, потом заберем. Она нам левую же заднюю, да, не могла дать вообще. Ну да. Да, вот левую заднюю мы вообще не могли взять. Ба, лежи. Лежи, не вставай, лежи. И вот приходится вот в такой позе к Сереже через поп подглядывая. Я подглядываю через поп. Вот. Вот, вы видите? Гимнастика. Толстеть, короче, народ, нельзя, я вам говорю, потому что да. Сложиться в такие позы невозможно потом. Берите пример с меня, да? Да. Вот, копыта какой у меня. Чуть-чуть дальше. Дальше, ага. Вот так вот обкусывается. Пожевывает. Кстати, бабке нравится, что ее чешу, она тут жует, лежит. Сейчас я вам покажу, как она жует. Вот она лежит и жует, видите, я ее чешу. Перестала жевать, когда я начала снимать. А бабка, кстати, знает, когда камера включена. Когда ее снимают. Вот, прекрасно как. Вот так вот обкусывается это все дело. Наконец-то эту ногу можно сделать. Я Сереге говорю, я буду снимать твои позы. Он говорит, еще не такие будут. Я обещаю. Мне еще жалко, что я не могу от бабки отойти. По кругу обойти, снять. Вон, кстати, сидят. Кот сидит, ждут все. Рыжик сидит, там Грейка лежит. Все возле бабки тусят. Часто возле нее все тусят. Серега на коленях стоит. Перед бабулей. Перед бабулей, да. Только что-то попом повернутый назад. Бабка лежит. Лежи, ба. Лежи, не вставай. Лежи. Ты же понимаешь прекрасно, что тебе делают хорошо однозначно. О, Грей пришел копытцы подъедать. Скажи, а что вы тут еду мне вырезаете? Мы поменяли новую позу. Взяли другую лапу у бабульки. Бабулька все еще лежит. Я ее почухиваю. Периодически ей бублики в рот засовываю. Бабуля молодец. Прям понимает, что мы ее хорошо ей делаем. От мух мы ее немножко побрызгали. А, кстати, мух им пропали. Кстати, аксарепа на мух сработал. А то их было. Бабка, иди же. Серега обкусывает. Вот так. Пытается обкусить. Поменяет позу. Очень мне больно. Ну да, естественно, все. Ногу. О! О! Я не знаю, видно там или нет, но... Пытается обкусить. Вот так. На фасаде между ног. Все, как, по-моему, серьезно, красивая попа у меня тут перед лицом. Все нормально. Все, расчистка, как положено, проходит. Я пришел заглянуть. Говорит, а что вы тут делаете? Плюшка набалась. Ага. Засели тут все в дневнике. Возле с бабкой. Сидим, чешем. Бабка мне покажет, пальцы не отпустила с бубликом вместе. Жевать мне нечем. Ага, нечем ей жевать. Вот такая потягушка подтягивается так. Подтягивается такая. Понимает, что надо лежать. Понимает. Я уже ей тут начесала. Ничего, ба, мы тебе будем давать перерыв тоже. Ножками пошевелить. Вот такая плюшка. Ай-ай-ай-ай-ай. Ты мне не кусай за ногу, кусочка. Лежи. Лежать. Лежим, чешемся. Кайф ловим. Все наблюдают. Как кто-то один работает. Тут сижу с бабой, она периодически такая ложится, знаете, и вот так вот расслабляется и в одну точку смотрит. Мне кажется, что капец, я начинаю смотреть... Дышит она или нет? Просто реально она, короче, такая раз и на полном расслабоне. Это так стрёмно на самом деле. Я сразу вспоминаю, как на капельницах с котами сидишь в клинике, и они не дышат. И ты такой, о, блин, смотришь. И бабка тоже. Вот она сейчас лежит, я же ей голову не держу, она же понимает прекрасно. И она в одну точку смотрит. Сереге
в попу. Судя по всему, хорошая точка. Да? Бабка, судя по всему, прекрасно знает. Прекрасно знает, кто тут что с ней делает, блин. Такие тоже прошаренные просто. Ладно, работаем дальше. Ну как работаем? Серега работает, мы тут сидим, угоняем. Все работаем. Да, все, он даже Грей работает. Он собирает, убирает следом. Если бы что-то у меня тут одного получилось. Основную работу ты делаешь. Сколько сил надо духу, чтобы времени, чтобы собраться. Вот особенно все. Духом. Особенно духом, это да. Да, силы тоже. После расчистки бабки надо восстанавливаться еще. Спину восстанавливать. И это все, товарищи, очень сложно. Это кажется вам на видео, что вот это все легко. Хрен бы там. Собирались, я не знаю сколько, 2 недели собирались, наверное, если не больше, бабку расчистить. Вот бабка лежит, молодец. Сейчас я вот пока Серега бросил, бублики дам. Вот бабка лежит сама. Вот, молодец. Да блин, ба. Подожди, Серега, дай ей чуть-чуть. Ага. Приподняться, чтобы от это самое. Ну, не, бублик она и лежа. Просто, ну, тоже затекает лежать. Пусть чуть-чуть.